Ну, следующий слайд, это, по сути дела, основные, скажем, перспективные провинции, или мы называем центры роста на Дальнем, на Дальнем Востоке. Это сейчас территория опережающего роста, и порядка 40% финансирования раскрытия полезных ископаемых региональной работы мы направляем сегодня на Дальний Восток. Там созданы достаточно хорошие экономические условия, но и на самом деле этот регион надо развивать. Но когда мы говорим на Дальний Восток, давайте посмотрим вообще на территорию. Ну логично же посмотреть просто на процент внутреннего валового продукта в каждой территории, от чего он получается. И мы видим, что, например, Якутия, Магадан, Чукотка, Сахалин, Камчатка — это особый случай, это там преимущественно добыча. Да? А если мы смотрим южные регионы, это Хабаровский край, Приморский край, Амурская область, это в основном, это уже не добывающего. И это комфортные для жизни. Соответственно, мы должны планировать добычу в северных регионах, а переработку в южных. Мы без переработки вообще никуда не выйдем. Сегодня возможности минерально-сырьевой базы с точки зрения развития практически исчерпаны. Сегодня надо заниматься переработкой нефти, газа, создавать новые центры металлургии, потому что взять тот же Дальний Восток, и надо посчитать, надо ли расшивать железную дорогу, либо лучше построить металлургический комбинат, и объем продукции будет достаточно меньше. Поэтому вот Дальний Восток, конечно, это территория опережающего экономическое стимулирование. Значит, что на сегодня по Сергею Ефимовичу сказал, по Дальнему Востоку много принято преференций, мы участвовали в этой работе, это правильно. Сегодня рассматривается вопрос стимулирования геологоразведочных работ путем льготного налога на прибыль, как это во многих странах. То есть затраты на геологическое изучение умножаются в 2,5 раза, и, соответственно, это уходит в себестоимость, что дает определенные преференции. Ну, заявительный принцип юниорского движения тоже, это уже данность, это уже сделано. Необходимо совершенствовать институты участвования федерального значения. И, конечно, необходимо упрощать саму процедуру получения. Ну, это следующий слайд, это развитие юниорского движения. В апреле месяце был принят поправки к приказу, и вот Сергей Ефимович сказал, 60, уже 158 лицензий на сегодняшний день, то есть в 10 раз увеличилась подача заявок. Это поисковая стадия, это П3, твердые полезные ископаемые. Конечно, мы еще посмотрим на результат, но интерес профессиональных людей, которые к этому занимаются, есть. Это есть во всем мире. Дальше мы считаем, вот как раз по ТРИДам, Юрий Константинович, прорабатывается вопрос о технологическом юниоре. То есть вы знаете, что в Америке в основном малые компании занимались сварцевой нефтью. И вот здесь нужно дать возможность максимальной преференции, минимальные административные все эти процедуры для технологических юниоров, которые будут у нас работать. Ну и здесь мы показываем потенциал Дальнего Востока, то есть на Дальнем Востоке достаточно высокие перспективы, и с учетом сегодняшних преференций, которые установило правительство, я вот присутствующим здесь компаниям вообще предлагаю приглядеться к этому региону, потому что там действительно серьезные преференции, можно развивать бизнес. Следующий слайд, ну, это план нашего лицензирования на 14, конец 2014-2015 год по крупным объектам.